земля, помоги мне, как я и предвидел. Вот оно что, вижу. Ох, неплохо. Неплохо дамажит. Блин, ну у них герои слабые, мне кажется, это в любом случае РМК будет, потому что у них, да, я посмотрел, Сайфонка, этот, Ичига, Павел, Михоук, Какаши, блин. Мне кажется, они будут отставать очень сильно по киллам в начале. У них сильные в лейте персонажи, но на начало у них нет ничего. Да, уже 6-3. А, оно так работает. Я понял. Думаю, оно таргетно работает, оно. Я понял. Угу. Станы, да не знаю, какие станы. Ничего не понятно. А, статы? Да не, я обычно не качаю. А у этого молодого есть что-нибудь? Ну, 6 экспранч. Ну тут, блин. Но у него есть скиллы на силу, блин. Но стоит ли их качать? Ладно, качу. Немножко посмотрим. Ля-ля-ля-ля-ля, чё творят? Изверги. Не хватит ни тысячи, да? Не хватает золота. Серьезно, 999. Не хватило одной голды до тысячи. Печально. Ой-ой-ой-ой-ой. А чё-то так недолго станы-то работали. Ну ладно. У них, кстати, полно достаточно неприятных вещей. Советую сверху всем соврать. Ля-ля, просто меня насилуют.
Что за люди? Ну, не, ну Смокер не сильный, типа, он неплохой, но он не сильный персонаж. Вообще даже близко. У него есть контроль. Приятный достаточно вэшкой. Но он вообще не имба. Что-то около него тут, конечно, да? Вот оно что. Как я предвидел. Мать земля, помоги мне. Вот оно что. Накрадабаш. Не предвидел. Вижу. Не хватает ума. Как я не предвидел. Блин, они нас еще и могут сейчас выиграть даже. Я рано расслабился. Очень рано расслабился. Возвращайся в землю. Как ты видел? Вот оно что. Мать земля, помоги мне. Вот оно что. Вижу. Вот оно что. Вижу. Вот оно что. Мать земля, помоги мне. Вижу. Блин, не, он все-таки не таргет. Блин. Павел просто разрывает на этом говне. Неприятно. Хватит его. Не, хуёво то, что вэшка мне не таргет, мне это совсем хуёво. Ей нужно целиться прям. Бля, сука, мисклики эти ебаные, блядь. Ну все, пасис, пацаны, пасис поехал. Ну ты будешь, блин, он... Это как он пьёво вышку свою юзает, пиздец. У меня вообще киллов нету, да? 13 киллов. Ну да, мало, мало киллов. Достаточно маловато. Она у него недалекая, блин, короче. А, перед этой штукой я должен. Сейчас меня... На, меня закидает. Ну, классика. Просто классика. А я не знаю, как мы побеждать будем. Все, поиграно. Видали? Кто там еще на баланс жаловался, а? Кто жаловался на баланс, блядь? Покажите мне этого человека. У нас Данил за, блин, 4 кило бегает. Да ну дурацкая вэшка, ну не юзаются, блять, вообще, аутист, блять, вэшка. Где его? Блять, и не убила, ну нахуй, не, ну перс говна кусок, честно, просто. Кусок кала персонаж. Ни вэшкой, блядь, нихуя у не попадает, ничего. Данил, ну, тоже виноват тебе.
Я ничего не могу сделать. Можешь типа стоять на базе. Если у тебя мышка сдохла. Куда отправляться? Я видел это во сне. Мать земля. Как я и предвидел. Мать земля, помоги мне. Ну ты будешь юзать вэшку свою вонючую, дебил, блять. Аутист, нихуя не из-за этого юзнул, блять, нихуя не попал ни по кому. Что за дерьмо? Вот оно что. Мать земля, помоги мне. Вот оно что. Это марка. Это ваш персонаж земля, такую херню делает. Как я и предвидел. Наградобаш. Короче, вэшка супер нужно вот целиться. Чтобы попадать нормально. Возвращайся в землю. Короче, силу ему не стоит качать, мне кажется. Затопчу. Чак Тагалус. Как я и предвидел. Затопчу. Возвращайся в землю. Шаров, что тебя беспокоит? Вижу. Я видел это во сне. Вот оно что. Чак Тагалус. Так, что у него тэшка делает? Земля, помоги мне. Вот оно что. Вижу. Не вот дает мне тэшку прочекать. Ну-ка. Чё? Он умер? Он, блядь, даже не нанесла урона тэшка ему, что ли, блядь? Я не понял, тэшка вообще проюзалась или нет. Короче, говно перс. Смокер, просто говна, все. Вот оно что. Мать земля, помоги мне. Наградобаш. Вот оно что. Наградобаш. Вот оно что. Убивайте, убивайте его. Такс. Что случилось? Наградобаш. Вижу. Наградобаш. Вижу. Вот оно что. Мать земля. Что, он босс быстрый такой в форме в своей? Наградобаш. Интересно. Вот оно что. Мать земля, помоги мне. Как я и предвидел. Я видел это во сне. Вот оно что. Вижу. Блин, опять мне не хватает 30 голды на предмет перед аренкой. Сейчас опять будет 9 голды, да? Да, 3 голды опять не хватает. Сука, да чё ж мне не везёт-то? Я не знаю, чё-то невезение какое-то прям жёсткое. Жёстко? Чё так жёстко, молодые люди? Не, ну я ебал, на арене нас просто ебут без масла, нахуй. Пацаны, можно на арене что-нибудь делать, да? А не умирать. Оп. За арену как бы доп голду дают. Да. Ну-ка, тэшку еще раз. Ну да, хуёво оно дамажит, короче. А вот эрка у него неплохая, но она не скиллится абсолютно. Ля, ну он падла какаши все время прячется. Помогите, меня ебут. Суки. Во, вот это неплохо. Что там у нас? 120, очень ровно идем, пацаны. Вы еще жаловались на баланс, да? Баланс превосходный, мне кажется. Отстаньте от меня. Надо за мной бегать, товарищ. А, ну зато вышка у нее несколько персонажей, может поймать. Это тоже бонус, конечно. Как я и предвидел. Вот оно да что. Сука.
Земля дает мне силы. Вот оно что. Награда Баш. Вот оно что. Мать Земля, помоги. Награда Баш. Вот оно что. Мать Земля, помоги мне. Как я и предвидел. Награда Баш. Мать Земля, помоги мне. Ой-ой-ой, опасно, опасно. У меня просто фокус сейчас как суки. Зачем мы его пустили, а ну бас? Ну убить его лазером, а? Ну Крабос, блин, кто Найтвульф, Крабос, пиздец. Ой, да короче, идите нахер, Тима мечты. Просто ноль внимания, ноль всего, блин. Секунд. Блин, у меня опять никаких сплов нет на арену. Пять на пять. Ой, жестко сейчас будет. Купол будет сегодня, а? Купол будет? Купола не будет. Я понял. Уважаемо. Уважаемо, купол поражали, когда умерли уже. Уважаемо. А, меня девка убила в инвиз. Я бы в тэшку успел нажать, сука. О, клятый инвиз ваш. Так можно нажать просто. У тебя, видишь, идет счетчик 3, 2, один, ты ровно одну кнопку Т нажимаешь, или ты делаешь блинк к ним В, а потом сразу Т, и все. Ты стоял секунд 4-5, думал. Понимаешь, тут нужно все быстро делать на арене. Понимаешь, да? Понимаешь? Бля, опять он задоджил, говна. Дайте мне голды, суки. Ух ты, все кто-то выжил. Зато обокрал нормально. Бежим, сука, бежим! Ну, Зевар. Пожилые, Зевар в начале стрима, сейчас уже конец. Типа, хотите Зевар, приходите вовремя, уважаемый. Да, да, да. Можете отмотать, потом посмотреть записи, если вам интересно. Вот оно что.
Блин, а что у меня... Что у меня эрку отменила? Это говно мне эрку отменило. Ну, пожилые, блин. Вот оно что. Вижу. Как тебя зовут? Что ж мне не скажу? Кто вы, Дэвид? Земля дает. А, блин, почему я купил? Ладно. Мне нужен шлем. Мне нужен шлем. Земля, помоги. Опять не туда зашел. Они же меня сейчас убили. А, сука, убили. Так, дайте мне пожилую шапку. О, не думаю, что-то мне не хватает. Голова мерзнет без шапки. Луфи, блин, не дал зайти. Пушку нажал раньше времени. Таблох. 8 секунд. 8 секунд, блядь. Сука, дайте выжить, блять, не дают, сука, в десятером ебут, а у меня опять Тима нет, Не знаю насчет мужик оставать, но может быть. Слышь, шел вон. Не знаю, что за баг. Я не шарил этих персонажей. Играл за них мало. Видите, где-то внизу было, блин. В пожилом куполе сражаются. Очень интересно, новые люди. И еще раз зашел. Не, ну Павел, ты дурак или как? Он просто идет и в купол. Такой нубас, конечно. Все нормальные понимающие люди уже вышли давно в мид, а он все еще вниз туда и бегает. Банкая. Блин, а чё она не задоджила? Взяла, задоджила, сука. А, мне не хватает немножко. Не хватает шлема. Да что-то забыл, блин. Кровь и ярость. Беги, Кума, беги. Он же... Ну... Зачем? У него же вэшка есть. Как я и предвидел. Вот оно что. Что, а почему эрка такая жесткая? Она же не стакается ни от силы, ничего.
Чё-то жесть. Я тебя догоню, педло. Бля, тэшку мне дал, что за человек? Берет, отдает тэшку мне. Ну что за молодой? Молодой пожилой человек. Без лаги, ну не знаю. Лагов у меня нету. Может, у остальных? Есть. Блин, девка вниз бежит. Эх, никто не тут точно. Ладно. На 5. Посмотрим. Посмотрим на клетку. Теперь. Ну-ка, пацаны. Красивая будет клетка? О, красивая клетка, пацаны. Красивая. Шо ты орешь, дурик? Кто там еще остался? Ицуга. По-моему, неплохая игра, пацаны. Достаточно балансная. Всего-то 20 килов разница всю игру. Обычно куда хуже. Да, да, да. Но у него Луфи просто, но он не умеет играть. Типа, он, конечно, раз 5-6 играл уже с нами, да? Но он всегда херово играл. Ой, меня придавили, пацаны, меня придавили. Семидалик неплохо. Ебать, говно. Ну и ладно. Сейчас я уже соберу себе щиток. Будет приятно еще. Слышь, я должен был его поймать даже в этой штуке. Вот оно что. Тактика, блин, я думаю, почему тактику? Пайл достаточно жестко рубит всех на михолке. Надо его отгонять. Вот, отлично, пошел я за щитком. Блин, тут же он один был. Зачем я сдал эту штуку? Что я на баску? Земля.
команд. Не, ну мы эту штуку не убьем. Без башкры. Что тебя беспокоит? Вот оно что. Наградобаш. Земля, помоги мне. Наградобаш. Вот оно что. Наградобаш. Возвращайся в землю. Блин, не, эта штука все-таки сбивается. Потому что вот он пробежал, и я не докастовал ее до конца. Взял опять перед ивентом, все, дал. Ой, молодец. Я ну бас, я ну бас. А ну иди сюда. Ебать, там Евген разжигает. Алло, а чё? А Тима моя где? А все, закончилось Тима, что ли? Интересно, блин. Интересно. Очень интересно. Крабос. Что с ним взять? Ну, сайфон, да, зафокусили, интересно. Вэшка, конечно, жестко бьет. Потому что я силы качал все-таки. Что у меня, 400 силы, да? Да, 400 силы, неплохо. Ебать, тут просто фаер-шоу рили какой-то, нахуй. Слышь, дамочка, иди сюда. Ну вон, ну почему он так недалеко дамажит? Сука. Ну, щебни. Я не знаю, какаша вроде не супер сильная. По крайней мере, я слышал, что он не очень. Бля, опять девка уходит. Ну просто на таких валах она уходит каждый раз. Слышь ты, хватит тут прыгать, а? Не, я тебя не отпущу, молодой человек. Опять меня что-то сбило с ног. Меня душит голема. Ля-ля-ля, пришла тут. Тебя никто не звал. Не знаю, стоит было собирать его или нет, ну ладно. Но в любом случае. Уже собрал. Обязательно блочит меня. Ну сука, вот из-за этого блока я не смог его убить. Ну бас. Так бы я успел попасть по нему. Иногда супер полезный тиммейт, конечно. Да, да, да. О, за меня награда. Классика.
Ну ладно, убивай его сам. У нас... Я подумал, что у нас лапка без морозки, но нет. Это последняя карта на сегодня, скорее всего. Не знаю, может быть, по просьбам прям особо желающих в доту одну скать нем разок. Но мне кажется, что нет, что это последняя. Нет, что говорил, пацаны, стрим сегодня короткий. Да? Ждем, короче, ждем, пока. Кто еще остался? Один Мадорама и все. А нет, кто-то еще остался. Вот. Земля, помоги мне. Что там по киллам-то? А, 30 киллов осталось еще. А, это 6 на 6, слушай, я думаю, мы 6 на 6 собрали, блин. Такая редкость. 330 киллов. Каш, конечно, мастер убегать. Не знаю, мне кажется, за каш вообще ходить нельзя. Он же, блин, в инвизе бегает. Убегает все время. Блин, как он между крипами пробегает? А? Так, Миш, хватит? Да, хватает. Скорее всего не будет, но... Скорее всего нет. Отдайте крипы. Восемь киллов осталось. Видео. Да, Акума спиздил. Земля дает мне сил. Акума пожилой спиздил криты, называется.
что вижу. Три на три. А там как раз 4 кило, да? Или 3? Да, 4. Это кривой купол. Вот оно что. Так, дайте мне последнего выжившего. Я хочу его убить. Вот он. Сладенько. Ну что, я даже на втором месте. Как-то он меня перегнал.